осознают. Дай Бог, чтобы они это осознали. Вот, вот это критическое мышление, да? Вот его надо применять. Вот эго заговорило. Не Олег говорит, а сейчас мозг. Не Олег. Мозг — это инструмент управления телом. Это программная машина, которую надо программировать. И она программируется тобой, либо мной, мой мозг. Если она программируется ей, когда она уходит, я это... Windows без мышки. Машешь, а он сенсорный. Понятно? И все. Поэтому единого какого-то ключа, кроме фразы вот этой, которую я как попугай повторяю себе, пытаюсь, ну, как бы прожить, это критическое мышление, я не нахожу. А в критическом мышлении себе соврать не можешь. Хочется. Черт побери, вообще так даже не писать. Но это хочется сказать. Да нет, в этот раз будет... Как там Эйнштейн говорил? Это, ну, дикость, да, делать одно и то же и надеяться на, ну, разный результат. Глупо повторять одну и ту же вещь и надеяться на разный результат. Вселенная, когда человеку надо от чего-то, ну, типа избавиться, да, она ему эту ситуевину несколько раз прокручивает. Если он не понимает, она ставит его в более жесткие условия. В более жесткие, в более жесткие, в более жесткие, ну и до смерти. Если кластер не выполняет свою функцию, он не нужен. Потому что он, ну, как бы засыпает. Да. Да, все. Это не я придумал. И не мой брат там, да. Это было давно. Мы просто забываем об этом очень сильно. Забываем, стремясь эго. Постоянно. Оно постоянно как бы дадах и все. Или наоборот там, я монах, монах. Я всегда говорю, монах нах. Какой ты? Если ты монах здесь, то и живи как монах здесь. Что это значит? Монашество здесь намного тяжелее, чем монашество в монастыре. Вы понимаете, как здесь? Здесь ты в социуме живешь. Ты... Это нормально иметь квартиру, машину, там, дачу, жену красавицу, детей прекрасных, да? Это нормально. И быть монахом, пожалуйста. Никто не говорит, что монах — это обет безбрачия. Где? В монастырь многие сбегают, чтобы, ну, не сбежать же от своих мыслей. Это как в другую страну уехать и сказать, у меня здесь точно получится. Там так накроет. Меня в первый раз, когда я в Китай сбежал, меня так накрыло. Я там 7 дней, меня просто мутузило. И 7 дней я так умылся. И полетел делать глупость на самолете. Рейс задержали на 4 часа, потому что здесь было штормовое предупреждение. И самолет какой-то в Казани разбился. Мне надо было бы задуматься, что я прилетаю делать глупость. Причем я так верил в то, что я сделаю так, и все, это изменит. Мне все останавливало. Говорил, китайцы говорят, погода плохая, не едь, да? И тупо русский. Дурак совсем, говорят. Но я все равно, и все равно Вселенная говорит, потому что вы даже не представляете, на скольких языках самолет молился. Индусы, арабы, русские, дети там плакали, когда садились. То есть вот его так качало, ну мы выжили. Значит, что-то еще нужно. И поехал, сделал глупость осознанно. Знал, что делал глупость. Сделал глупость, ну да, и все. Вроде полегчало, полегчало. И опять запустил процесс, опять в той же самой ситуации. Вот, поэтому строить планы на будущее хорошо. Но я стремлюсь, вдруг не получится, да? И здесь нельзя расстраиваться. Пока не попробуешь, да. Здесь нельзя расстраиваться и говорить, ай, плохо все, да, я плохой, там не... Ты же бьешься, вот самобичевание вот это, да, я там, я не сел на шпагат за год, я урод. Да не урод, тебе не надо, тебе, может, 2 года надо до этого, или день, а ты год себе поставил. Ты бац, сел и думаешь, а что дальше, да, и новое. Хотя так многие живут, это стержень мощный. Ну, типа эго, знаете, эго. Я могу. Есть 90 лет, который говорит, я могу. Все, они вот только чтобы другие, вот, чтобы он мной гордился. Какая ему вообще разница, что у меня там в жизни происходит? Пришел ко мне, занялся своим делом, как к специалисту, а я к нему как к специалисту. Вот мы встретились, нам классно, мы пообщались, я получил опыт, он получил опыт, разошлись. А тут ты за мной следишь? Как у меня? Лучше стало? Я лучше стал вообще выглядеть? Там, прогресс есть? Шапка как тебе? Отлично. Спасибо. Вот так и живем. Вот. Поэтому. И как говорит один известный человек, неизвестно, что наступит раньше. Новая жизнь или новый вдох. Поэтому планы я, конечно, строю. Вот сейчас новый вдох. Через секунду, может,
и все. Процесс такой, никак не. Ну, такое ощущение, что мы живем 500 лет. Я все время, когда что-то забываю, меня ставит, меня все время травмирует, правда. Я как движенец, меня по-больному бьет. Бац, травмировал, и все. Эта музыка поменялась, чувство настроение поменялось, да? Вот, сразу по-больному, и все, я... Вселенная говорит, лежи, отдыхай, утырок. Тебе надо осознать некоторые вещи. Я говорю, я могу! Ты можешь. Мужик, у тебя все было. У тебя все было. Если сейчас не чухнешься, ну как бы. Не начнешь нормально функционировать. Ты не тем занимаешься, остановись. Поэтому, когда люди говорят, у меня депрессия, у меня в жизни все плохо. Нет, надо радоваться. Депрессия — это новый виток жизни. Это стоп в жизни, чтобы человек сказал. Человеку сказали. Или внутри человек себе сказал. Я не знаю, кто там происходит. Надо заняться делом. И понять, каким и как дальше. Поэтому вот такие планы, да. Вот. Ну и вообще меня расслабило последнее время. Я после как приехал с Риги, пообщался с братом. Вообще все по-другому. Классный рад. А вы, кстати, еще планируете видео снимать? А, вот здесь я как раз могу винтуть. Да, я его привожу. Приходите. Я привожу его 6-7 числа сюда. Ну, не сюда. Хотя мы еще не нашли помещение. Ну, не знаю. Вот, будет лекция с ним. Вот он может рассказать. Ребят, да, правда, вы меня простите, я оратор, я много могу говорить, я со сцены всю жизнь говорю. Но я вдохновитель, я могу вот энергию в человеке поднять, я могу за 2 секунды зажечь. Но это такая ничтожная вообще толика, потому что я уйду, а энергия... И все, понимаете, да? Я музыку сейчас вам поставлю, вот так посмотрю и... Но это ущербность, потому что если человек сам не может себе это сделать, он не живет полноценной жизнью. Если ему кто-то нужен для волшебного пинка, вот у меня есть студент, говорит, ты приходишь, дал нам люлей, и мы, да, работаем так, танцы, йога. Я говорю, уйди от меня, уйди, сатана, уйди. Я люблю тебя, я не знаю, как тебя обнять так, чтобы не убить. Я правда, но при всей моей любви, я не знаю, ты не понимаешь самой главной мысли. Ой. И вот Андрей умеет это объяснять. Он, как сказать, в семье не безумного, он умный. Он реально, ну, как бы много лет уже человеку, 19. Вот, у него 2 прекрасных детей, прекрасная жена. И он конструирует речь, конструктор. Я иногда говорю абракадабру, люди меня все равно понимают. А он прям туда входит. Если он до меня достучался, поверьте, до любого из вас 100%. Что я непробиваемая стена в эгоцентризме своем был. У меня было только 2 мнения, мое и мое. Я никого не слышу. И я благодарен, ну знаете, когда работу начал? Еще когда я жил в деревне, когда мне было лет 15, он приехал. И так потихонечку, знаете, без всякого. И он умеет, вот человек приходит, давай поиграем, задай мне какой-нибудь вопрос. Как жить, спроси. Как жить? Да? Не знаю. И вот человек начинает, я же тебя прошу. И вот это и есть вот этот момент, да, я его спрашиваю, а что делать-то? Ты же все знаешь, да? Ну вот я привык к тому, что, ну, мои наставники все знают. Я отвык от этого сейчас. Он тоже человек. Но у него есть теория, которая дает ключ к тому, чтобы ты понял, как этим пользоваться. Потому что одно дело, я дал тебе коврик, а другое дело, ты сходил, выбрал себе этот коврик, гребаный, объездил 350 магазинов, пощупал каждый и понял, что под твой рост подходит именно этот ковер, у тебя колоссальный опыт. Ты уже пришел ко мне и сказал, слушай, Олег, есть еще 4 магазина, о которых ты не знаешь. И там у меня есть скидка. Значит, ты мне делаешь бесплатный абонемент на год, а я тебе скидон. Понятно? Не прокатит. Я рынок шерщу. Понятно? То есть вот это мышление, оно, ну, оно меня взяло, да? Это не религия. Это реально. Оша об этом говорил. Другие об этом говорили. Но по-разному. Но все... Он еще говорит о том, что люди засыпают. Ну, знаете, когда там Оша был, в момент, когда он говорил, что он Бог, там Будда, перерождение. Ну, у него был такой момент. Он лучше это расскажет по истории. Вот.
ну, человек засыпает, он говорит, только такая теория, правильно, все остальное неправильно. Только так надо жить. Вот когда такие фразы появляются, все. Есть вещи, которые нам необходимо начать мыслить. Вот фразы, да? Есть фраза, тебе необходимо начать мыслить именно так. Посыл даже, ну, я, конечно, модулирую, вот, но посыл мощный, разный. Поэтому вот я его привожу, будет две двухчасовых лекции, там стоимость есть. Все в группе моей, да, зона йоги, вот, от Олега. Я, видите, он не популярная личность. Он не, допустим, как Дмитрий Билан, да? И поэтому сказать вам, приходите и узрите, я не хочу и не могу. Я вас приглашаю, кто захочет, тот придет. Он и я, мы будем работать даже с одним человеком. Потому что он не раскручен, и я не хочу делать из него публичную марионетку. Я хочу, чтобы люди, которым нужно, пришли, получили знания. Ну, и дальше, если будут вопросы, я бы мог с ними тоже контактировать, чтобы эту теорию подвергать на устойчивость. Каждую теорию надо подвергать на устойчивость. Критическое мышление, да? Оно заключается в том, что нет ничего постоянного. Понимаете? Нету панацеи одной. Может, их 5 миллионов. Да? Да, может быть, у каждого своя. Я рассказываю про студентку, я не называю ее имя, потому что я один раз назвал ее имя, ей написали. Привет, Мария. Она говорит, приходит ко мне и говорит, Олег, я больше не хочу заниматься йогой. Я говорю, хорошо. Вообще нормально, спокойно. Я люблю, когда люди спокойно реагируют. Ну, в смысле, могут сказать, да. Я нашла свою йогу. Я говорю, в чем? Она говорит, я вяжу. Медитация, конечно, классная. Кто-нибудь вязал когда-нибудь? Помните это? 4 утра. Опа. Вот она вяжет. Она говорит, я так себя чувствую. Говорит, ты даже не представляешь, попробуй вязать, говорит. Я говорю, не, я шью по ночам. Вот. Он говорит, нет, шить не то. Вот вязать. Понятно? У меня есть разные люди. Кто-то говорит, я хочу бить людей. Я говорю, ну, я же не могу ему сказать, это плохо. Потому что я сам таким был. И когда мне говорили, это плохо, я что делал? Правильно отрицал, я говорю, это хорошо. Ту! Потому что я чисто конкретно в деревне вырос, и я прав, а ты приправа. Все. Понял меня? Вот так. Не объяснишь. И действительно, у каждого своя. Брюс Ли вообще приходил в дом своего друга и соблазнял жену его. Вот так пил воду, значит, и на майку стекал, и увидели пресс Брюс Ли? Ну вот, и делал так. Вообще со всеми женщинами заиграл. Эго было, ну, колоссально. Почитайте его жизнь, посмотрите видео. Он добился нереальных возможностей, но он поплатился за это быстро. Но он возглавил целое движение, он открыл дорогу боевым искусством в мир. И сказать, что он прав или не прав, я не могу. Классно, что он был. Не было бы его, был бы другой, я уверен. Не было бы меня здесь, был бы другой человек. По-любому. Поэтому путей много, а цель одна. У каждого она по-своему формулируется. Вот. Так что вот это критическое мышление. И на кой мне это типа надо? Вот. Вот. Это не могу сказать опять. Он не любит эти фразы, Андрей, что это его теория, да? Хотя я все всегда нейминг, но сейчас уже нет. Типа папинг, мой папинг. В смысле? Нет? Я даже команду Electric Boogaloo, ну, подкалываю вообще. Что как бы. Ребята, вы собрали все. Они тоже засыпают. Как только человек добивается известности, он засыпать начинает. У каждого свой порог известности. У кого-то 3 человека, ты уже типа известный, у кого-то 5 миллионов. Надо не засыпать. Ты там Далай-лама сказал, я больше не буду перерождаться. Китайцы не правы. Понял. То есть есть религия, уже, ну, вера, философия. Давайте правду говорить. Философия. И он говорит, я не буду перерождаться. Вы меня типа обидели все. Ну, для меня уснул. Ну, великий человек. Ганди классный. Улыбался классно. Очки были. Ну, не засыпать. Но вообще, как только засыпаете, вас сразу так вселенная легонько. Она очень любя делает. Потому что когда не любя... Вот. Вопрос еще. Да.
какие-нибудь есть? Не, если вы не согласны, вы можете говорить, мы не согласны. Ну, я не спорю никогда. Уже. Никогда не... Я сейчас уже не спорю. Да, вот мне человек... У меня был вообще такой мощный случай. Мне руководительница одной студии, в которой я работал, если мы встретимся, скажем, что я... Значит, буду тебя обнимать, и видно, в детстве тебя мало обнимали, я понял. Мы занимаемся практикой, я еще молодой практик был. Ну, что я там знал вообще? Мне было там лет 18, может быть, да? То есть 2 года. Я не преподавал, а так ввел вообще что-то. Еще не йога, это вообще не понятно, что было. Ерунда какая-то. Но для меня это было очень драгоценно. То есть я как ребенок. Я сейчас к занятиям отношусь как к ребенку, потому что мне нравится преподавать. Мне нравится, когда люди там улыбаются. Мне нравится самому складываться каждый день. Это ж классно. Я раньше не мог. Я 3 месяца лежал после травмы. К врачу не поехал, потому что думал, ай, так, братья. Потом... Скажи нам про травму. Сейчас, ты... сейчас, да. А, и потом, значит, занимаемся. Вот как я избавился от этого момента, да, что перестал слушать. Она мне говорит, а ты неправильно делаешь. Я на нее работаю, она говорит, а ты неправильно это делаешь. И у меня так, и выпали кишки. И люди перестали ко мне ходить, поэтому, ну, сейчас люди еще не слушают. Травма как была? Ходил, жаловался. Не буду говорить, что говорил, потому что говорю ужасные вещи. Ходил, жаловался. На вселенную и на себя. И на людей вокруг. Все были плохие. Один я прав. Один я молодец вообще. Вообще, я только знаю, как жить правильно. Все остальные уроды и лохи. Ходил и пришел. Не буду рассказывать, как получил травму, потому что там такое стечение обстоятельств, значит, не очень. С этими, с ведантистами встретился, они говорят, ну ты отработал карму человека. Не знаю, что я там отработал, ребят, насчет человека, насчет своей кармы я точно отработал. Пришел домой и лег просто. Потом пошел в армию, прошло много времени, пошел в армию, хотел пойти в армию. Подцепил Дима Араба, привет. Сейчас дочка у него растет. Слушайте, у всех уже да, на своей там. Вообще такая. Димка, вот.